Очень много нового узнали о организме, о своем внутреннем состоянии, о том, что насколько важна наша голова, как антенна, которая соединяет все, что происходит в нашей жизни и отражается затем на лице. То есть если мы хотим хорошо выглядеть, соответственно, мы в первую очередь должны уметь и знать, что происходит в нашей голове. Это не только пластика лица, а внешняя – это пластика лица внутренняя. То есть через внутренние изменения мы изменяем и внешнее. А как вы хотите использовать эту методику? Я хочу попробовать это на своих родных, в первую очередь на своей маме, которая также вот хочет выглядеть хорошо, и в то же время пробовать это на себе, потому что мне кажется, что ежедневное применение хотя бы минимальных вот этих техник на ногах, ну, в то же время на руках, на лице, на голове, это хорошее состояние, хорошее самочувствие и быстрое снятие многих как бы болевых проблем. Ну, в организме. И интерес именно связан с тем, что действительно многие женщины сейчас просто неправильно используют и технические средства, которые и косметические. И многие, приходя красивыми к косметологам, выходят оттуда изуродованными. И вот такие знания, семинары могут помочь изначально женщинам принять правильное решение и сделать именно красоту без операционного вмешательства.